Мистерио воскреснет. Мистерио воскреснет. Да, это громкое заявление, но поверьте, после просмотра этого видео у вас пропадут все сомнения относительно того, вернется ли Мистерио в киновселенную Марвел. Вернется, и сейчас я расскажу вам почему. Поэтому наливайте себе чай с овсяным молоком и присаживайтесь поудобнее, так как в этом видео я постараюсь ответить на вполне резонный вопрос. Неужели Мистерио выжил? Так что не переключайтесь. В своем недавнем полном разборе «Вдали от дома» я обратил ваше внимание на две интересные детали, и только прочитав ваши комментарии, я понял их связь. В финале фильма мы увидели, как ловко паук обращается со своим смартфоном и делает селфи. Ну а в самом начале среди погибших мстителей была фотография Вижена с битвы в аэропорту. Судя по качеству, становится очевидно, что это фото сделал сам Питер, ведь в то время он записывал влог и, очевидно, взял кадры своего видео, чтобы оставить память о красном андроиде. И это очень даже канонично, ведь, как вы помните, по комиксам Питер фотограф. Но канон был написан почти 60 лет назад, и, как мы узнали в «Возвращении домой», современный Питер Паркер в киновселенной Марвел – блогер. Он снимает свои супергеройства на мобильник и выкладывает их в сеть. И если вы тоже хотите снимать свои супергеройские видео, то вам точно понадобится новый Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ведь это новое поколение смартфонов, заточенное специально для создателей фото- и видеоконтента. У этого красавца 4 профессиональные камеры, включая флагманскую с разрешением матрицы в 64 мегапикселя, которые снимают в особых режимах. Можно делать фото формата RAW, в котором снимают все фотографы. Этот формат дает гораздо больше вариантов обработки фотографий. А еще есть режим профессиональной съемки видео, который позволяет делать плавный зум, выставлять фиксированное значение фокуса и экспозиции, а также создавать аноморфную рамку, чтобы видео выглядело как кино. В 4К это особенно красиво. Такое качество, конечно же, требует флагманской вычислительной мощности. Поэтому внутри Redmi Note 9 Pro стоит геймерский чипсет Snapdragon 720G, батарея на 5020 мАч, мощная Wi-Fi антенна и быстрая зарядка. Ну и, конечно же, нельзя не обратить внимание на его внешний вид. Ведь смартфон — это, по сути, большой и четкий безрамочный экран с фильтрацией синего цвета, который покрыт особо прочным стеклом Gorilla Glass 5, защищающим от потертости и царапин, причем с двух сторон корпуса. В общем, откройте для себя мир качественного контента и заказывайте новый Xiaomi Redmi Note 9 Pro по ссылке в описании. Для начала напомню вам о том, что Мистерио — это один из самых известных и самых популярных злодеев Человека-паука. И раз уж Стервятник выжил в финале «Возвращения домой», было бы очень странно, если бы Марвел вывели из киновселенной Мистерио. Неделю назад я делал полный разбор «Вдали от дома» на все секретные детали, пасхалки и отсылки. Их в этом фильме оказалось так много, что видос вышел на целых 50 минут. В этом разборе я обратил ваше внимание на одну интересную деталь, которая позволяет посмотреть на Мистерио под другим углом и понять, что он и не умирал. Ведь из фильма мы узнали, что Мистерио — это не один человек, это целая команда, которая разрабатывает его визуальный образ и воплощает его в трехмерную проекцию с помощью дронов Старка и технологии Барф или Морг, что уже будто говорит нам о том, что его смерть — это иллюзия. Так вот, главным, кто управляет всеми голограммами, оказался вовсе не Квентин Бек, а доктор Уильям. Именно он сидел за пультом управления и создавал спецэффекты. Так что его вполне можно считать Мистерио, ведь, как и по канону, все злодейские иллюзии — это его рук дело. И даже более того, супергерой по имени Мистерио, которого изображал из себя Квентин Бек, это голограмма, которой управлял Уильям. Обратите внимание на то, что свое лицо Бек не показывал открыто. Весь мир не знал, как он выглядит до самой послетитровой сцены, которая случилась уже после его смерти. Во всех своих появлениях на ТВ и сражениях на нем был непроглядный шлем. Поэтому Мистерио — это тайна, которую знали только ключевые персонажи. И этой тайной в тайне был Уильям. Квентин появлялся лишь в конце проигранных им иллюзий, чтобы собирать все лавры. И в финале фильма мы увидели, как он скрылся, забрав с собой 500 боевых дронов. А 500 дронов — это, как вы можете увидеть, практически все дроны Мистерио. В общем, как я и говорил, теперь вы точно знаете, что Мистерио жив и никогда не умирал на экране. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. Да, один лишь этот факт вполне может оправдать заголовок этого видео и дать шанс на появление Мистерио Уильяма еще в нескольких фильмах. И если вы думаете, что этот актер слишком малозначителен и его вряд ли сделают одним из главных злодеев киновселенной, то вы ошибаетесь. Этого, казалось бы, малозначительного персонажа играет Питер Биллингсли, который играл главную роль в самом известном рождественском фильме «Рождественская история». Для американцев он уже давно стал традицией, как «Ирония судьбы» в России. И в фильме у него даже практически каноничные очки. Правда, вот учитывая, что это он и есть Мистерио,
Мистерио, становится очевидно, что его внешний вид – это тоже иллюзия. Ведь сам актер выглядит не хуже Джилленхола и вполне может расцвести до сбора зловещей шестерки, возможно, даже уже в следующем фильме о Пауке. И раз уж в первом фильме о Пауке было два Шокера, во втором тоже вполне могут быть два Мистерио. Забавно, но появление Биллингсли в этой роли может быть даже символичным. Ведь все важные исторические события моментально находят отражение в культуре. Массовые мировые протесты против расизма определенно оставят свой отпечаток в виде волны фильмов с темнокожими актерами. Это уже было в 92-м. После таких же бунтов против расизма начался расцвет черной гангста-культуры, эпоха фильмов и музыки из гетто. Ну а история циклична, и как мы уже убедились по предыдущим двум воплощениям современного Человека-паука, сейчас начинается эпоха темнокожего Майлза Моралеса. Sony уже выпустили через вселенную с Майлзом в главной роли, ну а на презентации PlayStation 5, о которой я рассказывал вам в третьем новостном выпуске июня, был анонсирован сиквел видеоигры про Человека-паука с подзаголовком «Майлз Моралес». Ну и как вы помните из моего разбора «Возвращения домой», намеки на Майлза мы уже видели в киновселенной, так что его появление, кажется, даже не обсуждается. Ну и конечно же есть огромная вероятность того, что и третий сольник, в котором вернется Мистерио Уильяма, станет рождественской сказкой. Ведь фильм выходит в начале ноября, и через почти что два месяца к Рождеству вполне может появиться на Disney Plus, чтобы американцы начали новую традицию с Питером Биллингсли. Но даже если Рождества и не будет, это не отменяет факт того, что Мистерио Уильям вполне может попасть в состав зловещей шестерки, который уверенными шагами идет к киновселенной Марвел. Нам уже показали Шокера, Стервятника и Скорпиона, но теперь к ним может присоединиться и профессор Мистерио. Правда, вот такое появление нового Мистерио может запутать всех тех, кто не смотрел мой разбор, и такое возвращение из мертвых не станет для большинства зрителей плот-твистом. Многие вообще не поймут, почему лысый профессор заменил красавчика Джилленхола. Ну а если он изменит внешность, то можно подумать, что это просто рекаст. Поэтому вернуться должен и Квентин Бек, который, к счастью, тоже жив. И фильм этого даже не скрывает. Обратите внимание на разговор Квентина со своей ассистенткой. Она спросила у него, нужен ли ему костюм, ведь все пошло не по плану. На что Бек ответил утвердительно. То они увидят! Да, Дженнис! Однако, как мы увидели в финале, костюм ему так и не пригодился, ведь он умер, так и не успев его надеть. Вот только в сцене после титров Бек в костюме. Ссадины на его лице идеально точно повторяют его ссадины из финального сражения, а значит, что это действительно Бек, и это видео было записано уже после его фейковой смерти. Бек успел сделать свой финальный трюк и снова показаться миру в своем супергеройском образе. Но как Мистерио удалось выжить? Ну, на самом деле просто, ведь он не умирал. Помните, как это случилось? Мы увидели, что его ранило боевым дроном, и он обессиленно упал на пол, протягивая Питеру очки, но в последний момент паук с помощью Питерашек сумел перехватить руку настоящего Квентина с пистолетом у его виска, который затем падает и умирает. Но от чего? Ведь его ранение мы не видели на экране. Да, нам показали, как его ранил дрон, но этот раненый Квентин оказался иллюзией, так что вполне возможно, в этот раз Бек использовал новый обман зрения. Судя по тому, что его ранило прямо на глазах Питера и у него не было времени физически менять себя на голограмму, кажется, что он все это время был невидимым и наблюдал за финальным спектаклем со стороны. А затем, когда план провалился, он решил сделать по старинке. Он просто притворился мертвым. Питер не трогал его пульс, да и Эдит ничего про Квентина не говорила. Надев очки, Паркер спросил у нее все ли реально, на что получил вполне емкий ответ. Все иллюзии отключены. Это реальность? Конец всем иллюзиям, Питер. Квентин не был иллюзией, он просто притворялся мертвым. Как мы увидели далее, паук сразу же вышел к МДЖ, а их сражение проходило на мосту, куда не успели бы оперативно добраться медики. Значит, паук доверил Эдит и оставил тело Квентина. Ну а на экране Уильяма можно отчетливо увидеть надпись 500 активных дронов. То есть дроны были активны даже после того, как Питер запустил все протоколы отмены. Возможно, пока очки находились в руках ученого, он сумел их перепрошить, оставив 500 дронов невидимыми для Эдит. Посмотрите на голограмму умирающего Квентина. Когда она исчезает, можно увидеть, что синий луч проектора появляется из ниоткуда. Видимо, тут находится дрон в камуфляже. Но сам камуфляж — это и есть иллюзия. Это проекция заднего фона на самом дроне. Однако Эдит говорит, что все иллюзии отключены, хотя при смене кадра видно, что этот невидимый дрон так и не появился, а значит, его иллюзия продолжает работать. О том, что Эдит была перепрошита, может также говорить и финальный диалог с ней. До этого в фильме каждая ее активация напоминала активацию голосового помощника по типу Siri. Питер всегда произносил ее имя перед тем, как задавать ей вопрос, и очки активировались загораясь синей подсветкой. Но вот последний вопрос он задал без обращения к Эдит, и можно заметить, что очки даже не загорелись, так что они вполне могут быть с прошивкой Уильяма. All illusions are down, Peter. Ну а из сцены после титров можно сделать еще один очень интересный вывод. Раз это видео появилось, значит мир не знает о том, что за всеми этими элементалями стоял Мистерио. То есть никто так и не узнал, что тайный герой был на самом деле злодеем. Ну почему?
Ведь агенты щита, по идее, должны были оповестить правительство пострадавших стран. Так что если бы Квентин умер, об этом бы знали как минимум спецслужбы Великобритании, и Уильяму было бы бесполезно выкладывать это видео в сеть. Так что, очевидно, Фьюри Талос решил держать все в секрете, возможно, потому что тело Квентина так и не нашли, и он еще вернется. Ну а как вы думаете, выжил ли Бэк и станет ли Уильям новым Мистерио? Или Марвел реально решили слить одного из самых любимых злодеев Паука? В общем, пишите комментарии, почитаю. Ну и конечно же не забывайте ставить свои мистические лайки, если вам понравился этот видос. Ну если вам вообще нравится рубрика «Неужели?». А также подписывайтесь на канал, если хотите, чтобы следующий видос появился в списке ваших подписок. И жмите на колокольчик, если хотите, чтобы YouTube вам напомнил, когда у меня выходит новое видео. А еще заходите в наши соцсети, у нас там много чего интересного, киношного, видеоигрового и не только. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Cut the crap. Мы режем киноленты.